Hyundai Solaris можно назвать входным билетом в мир иномарок. И, надо сказать, билет отнюдь неплох. Правда, когда автомобиль только появился на рынке, вопросы по надежности к нему были. О них и поговорим. Hyundai Solaris был представлен в России в сентябре 2010 года, а первые автомобили обрели своих хозяев в январе 2011. В июне 2011 года появилась новая версия Solaris с кузовом хэтчбэк. Solaris – это продолжение семейства Accent, его четвертое поколение. Hyundai Solaris полностью разделил свою платформу с Kia Rio. Они почти не отличаются с технической точки зрения. Сборка обеих моделей происходит по полному циклу под Санкт-Петербургом. У машины бывают проблемы с холодным запуском двигателя. Также некоторые автовладельцы замечают детонацию мотора, когда обороты поднимаются где-то до 3000. Для того, чтобы побороться с этой проблемой, производитель выпустил новую прошивку блока управления двигателем. Но помимо этого, о моторах 1.4, 1.6 и дурного слова ты ни одного не скажешь. Этот расход справедлив для таких машин, как наша, с автоматической коробкой. Если же говорить о механике, то расход сильно зависит от вашей манеры езды и желания подкручивать двигатель. В среднем же он составляет порядка 10 литров на сотню. С приходом тепла некоторые собственники столкнулись с проблемой перегрева двигателя в пробках. Причин тому несколько. Первое, самое распространенное, это то, что ваш радиатор за время эксплуатации оброс пухом, грязью, листьями. То есть, по-простому, вам нужно его прочистить на мойке. Вторая возможная проблема, в принципе, тоже распространенная, это то, что у вентилятора охлаждения радиатора слетела крыльчатка. Проблема эта коварна тем, что изначально она себя никак не проявляет. То есть, люфт крыльчатки вы услышать не можете. Вы можете его только увидеть, а точнее потрогать, непосредственно прикоснувшись к самой крыльчатке. И почувствовать, разболталась она или нет. А разбалтывается она от того, что у нее попросту слетает болт, который ее крепит. На автомобилях с механической коробкой передач, только проходящих обкатку, первая и задняя передача не всегда легко включаются. Причина в отсутствии синхронизаторов в этих передачах. При появлении затруднений достаточно повторно выжать сцепление. В дальнейшем механизмы коробки притираются, и по истечении нескольких тысяч километров подобных проблем почти не возникает. Иногда коробка передач может издавать посторонние звуки, похожие на скрежет. Причина может быть в том, что в корпусе коробки есть обойма, в которой проворачивается подшипник первичного вала. Он и издает подобный звук. Временно можно посадить подшипник на герметик, но это лишь временное решение. По-хорошему нужно менять весь корпус коробки и подшипник тоже. Но официальные дилеры это проблемой не признают и по гарантии менять это отказываются. Машина же ездит. При переключении на третью передачу может возникнуть хруст. Виновник – пластиковый синхронизатор. При движении задним ходом можете услышать гул. Скорее всего, придется менять кожух сцепления и диск муфты сцепления. Теперь про автоматическую коробку, как у нашей машины. Если при движении вы чувствуете сильные толчки и рывки, это означает, что залипают клапана. В основном можно с этим мириться, но если же толчки у вас сильные, то я знаю случаи, когда дилеры даже меняли коробку целиком по гарантии. На некоторых машинах из-за технической недоработки фиксатора селектора КПП легко и свободно перемещался из положения D-Drive в положение 3. К счастью, вышеуказанные проблемы с автоматической коробкой встречаются очень нечасто. О подвеске Hyundai Solaris уже немало написано. Февральская подвеска 2012 года сделала автомобиль более собранным. Solaris стал чуть жестче, но более устойчив. При пробеге более 15 тысяч километров загудевший передний ступичный подшипник – не единичный случай. Задние ступичные подшипники у нескольких владельцев запели при пробеге более 30 тысяч километров. Причина во всех случаях одна – малое количество смазки, заложенное в узел.
рулевая рейка может начать стучать уже на первых 1000 километров пробега. Естественно, ее меняли по гарантии. Но даже если ее вам заменили, радоваться пришлось недолго. Новая рейка вскоре начинала стучать снова, несмотря на то, что на дилерских сервисных станциях уверяли, что новые рейки доработаны. Окончательный технический бюллетень и ремкомплект на рейку пришел лишь в апреле 2012 года, и с тех пор проблем не наблюдается. На автомобилях 10-11 годов возможна утечка жидкости из рейки с левой стороны. В таком случае рейку по гарантии меняли полностью. Могут побрякивать суппорта передних тормозных механизмов, а решается это путем набивки смазки в направляющие суппортов. Передние тормозные колодки ходят 30-40 тысяч километров, а задние 50-60. Колодки стоят от 800 рублей до 1500. Кузов Hyundai Solaris полностью оцинкован, за исключением крыши. Оголенный металл на месте сколов, как правило, не цветет. Но встречаются экземпляры, которые после зимовки разочаровали своих хозяев небольшими пятнами ржавчины на крыше, крыльях, капоте. Со временем облезает внутренняя часть наружной дверной ручки. На хэтчбеках нередко вспучивается краска в районе личинки замка двери багажника. Из-за хлипких креплений переднего и заднего бамперов они со временем выскакивают из посадочных мест. Даже легкий контакт бампера с посторонним предметом приводит к тому, что укрепления ломаются и уголок бампера некрасиво торчит. Неприятность может произойти и с противотуманкой. Дело в том, что у нее тоже слабоватые крепления, и если вы долго будете злоупотреблять ездой по неровной дороге, в итоге она может просто вывалиться из бампера. Также у противотуманки иногда мутнеет стекло, а иногда и вообще облазят. Но в таком случае дилеры меняли ее по гарантии. Иногда багажник закрывается не с первого раза. К счастью, у нашей машины такой проблемы нет. Если же у вас такая проблема все-таки возникает, то отрегулируйте замок самостоятельно. Это очень просто. При открытии и закрытии багажник может поскрипывать. Можно, конечно, и смириться, невелика проблема. А можно решить это тоже очень просто. Если вы обратите внимание, то ограничители хода багажника стыкуются металлическими петлями. Их и нужно смазать любой смазкой. Со временем сверчки становятся обитателями практически каждого Соляриса. Разрушается материал, предназначенный для исключения скрипа пластиковой накладки внизу лобового стекла снаружи. Или между накладкой и стеклом попадает мелкий песок, что приводит к появлению посторонних звуков. В районе бардачка может раздаваться скрип, но источник на самом деле не пластиковые панели, а впускной клапан системы вентиляции на крышке салонного фильтра. А вот из пластиковых панелей может заскрипеть вот эта вот рамка вокруг магнитолы. Рамка, конечно, привлекательная серебристая, но на ней часто остаются царапины. Обратите внимание, что такая же рамка вокруг селектора КПП, и вот она наиболее подвержена царапинам. При появлении дребезжания в руле, скорее всего, необходима подтяжка болтов подушки безопасности. Покупатели подержанного Соляриса в такой ситуации могут даже подумать, что у него стреляла подушка. Нередко скрипят передние сиденья. Но в таком случае нужно смазать салазки и их петли. Задняя полка из-за клипс, вышедших из посадочных отверстий, нередко начинает дребезжать. Краш-тесты по системе Euro NCAP у Соляриса не проводилось. Но в США, где Солярис продается под названием Акцент, тестирование было проведено.
За защиту при смещенном фронтальном краш-тесте на скорости 64 км в час «Солярис» с автоматом и 6 подушками безопасности удостоился от Американского института по безопасности дорожного движения наивысшей оценки – 5 звезд. Но за боковой краш-тест – 4 звезды. Защита груди оказалась средней. Стоит отметить, что такое богатое оснащение у нашего «Соляриса» доступно только в дорогих комплектациях. Но в том, что этот автомобиль безопасный, с прочным кузовом, травмобезопасным интерьером и отлично настроенными подушками, сомнений нет. «Солярис» нельзя назвать совершенно неугоняемым автомобилем. Машина очень распространена, а запчасти на нее стоят подороже, чем на российские машины. И некоторые собственники ради того, чтобы сэкономить, иногда готовы покупать и подержанные запчасти, не задумываясь, откуда же они берутся. Вот и получается, что мы сами стимулируем угонщиков. Подержанных «Солярисов» продается огромное количество, но это не значит, что хозяева от них избавляются. Этих машин и новыми продавалось немало, а очереди за ними длились месяцами. Если же вы хотите купить такую машину подержанной, то готовьте сумму от 400 тысяч рублей. Ну а если вы хотите иметь возможность выбирать коробки и комплектации, то минимум стоит рассчитывать на 450-500 тысяч. Подводя итог, можно сказать, что у машины есть некоторое количество досадных мелочей. Но именно мелочей. Крупные узлы и агрегаты этого автомобиля зарекомендовали себя как надежные. «Солярис» отлично подходит в качестве первой иномарки, если вы пересаживаетесь с отечественных авто, особенно с классики. Ведь к досадным мелочам в таком случае вы уже привыкли. А вот удовольствие от вождения здесь на совершенно ином уровне.